всем привет. Выехали мы за город. Смотрите, какие красивые облака сегодня. Просто шикарное небо. Интересно, когда вы на облако смотрите на сером фоне, оно кажется белое. А когда вы смотрите на него на белом фоне, оно кажется темное, серое. Хотя оно одного и того же цвета. Какие красивые облака. Дорога ведет от порога. Вы, наверное, думаете, что мы в какой-нибудь французской деревне. Здесь такая католическая церковь, большая, красивая. И знак стоп какой красивый. Да, и знак стоп на французском языке. Видите, написано? Turn right onto Rue Saint-Malo. Да, но мы в Сант-Мало. Сант-Мало – это маленький городок рядом с нашим домом. Смотрите, какая красивая церковь. Прикольно. Как во Францию поехали, да? Head southeast on Rue Saint-Malo toward Rue de l'Église. Угу. Car wash. Да, тут машинки моют. Да, можно заехать машинку помыть. Тогда у нас как раз окна грязные, потому что дождь был. Turn left onto Rue Saint-Malo. А, да, вот это пак. Так. Head southwest on Avenue de la Grotte toward Rue Saint-Malo. Это я просто поставил школу, что нам в школу надо поехать поставить ребенку. Она мне ругается, говорит, куда ехать надо. Мне нравятся эти светильники. Да, что прикольные. Угу. Очень красиво. Знаете, уютненько так, да? Turn left onto Avenue de la Grotte. Head southwest on Avenue de la Grotte toward Rue Poitras. Да. А кто это у нас? Олени. Памятник оленям. Что за памятник? Давай подъедем к памятнику оленям. Такие олени у нас тут есть. Turn left onto Avenue de la Grotte. Head northwest on Provincial Trunk Highway 59 South. Head northwest on Provincial Trunk Highway 59 South toward Avenue de la Grotte. Head northwest on Provincial Trunk Highway. Тетка с Гугла. Замучилась, мы ее замучили. Ездим к теме. Вау, смотрите, какие олени красивые. Что пишут? Памятник оленям? А ну, прочти. А там список какой-то длинный написано. Что пишут? На двух языках пишут. Uh-huh. His Royal Highness, the Prince Edward. Ага, и его величество принц Эдвард. Да. Подарил Сант-Мало этих оленей. Окей. Ладненько. Head northwest on Provincial Trunk Highway 50. Скоро здесь будет community center. Community project. Угу, coming soon. Так, это школа. Чё мы стоим? Потому что ты сказал остановиться. Я такой. Вот это школа. Сюда наша дочка Настя будет ходить в школу. Какая-то школа такая. Экол Сант-Мало School. Да. Ну, видишь, у них там library есть, библиотечка. Угу, вот этот скворечник, туда люди могут книжки принести. Вон library написано. И вот library написано. Uh-huh. А вон арена, это знаешь что? Шо там, это арена? Ледовый дворец, там они, хочешь, подъедем? А давай, поехали. Они там катаются дворец. На коньках. Дядька какой-то вот. Спасательном жилете. Смотри, школьный двор. О, качели-карусели. Качели-карусели. Ну вот, с правой стороны, видишь? А вот она, арена. Welcome. Western Canadian Keystone Cup Championship. Короче, здесь хоккей.
как во всех деревнях канадских, любимое развлечение это хоккей, да? Угу. Окей. Ну, посмотрим. Едем дальше. Мы сюда будем на хоккей ходить. Хоккей, коньки. Да. Здесь Настя будет учиться в школе. И сюда будет ходить играть в хоккей. Welcome! А куда мы хотим ехать? Не знаю. Пока если хотим направо, то направо. Если хотим... Он китаянка ругается. Говорит, куда ехали направо, налево. Школа хорошая, одноэтажная. Угу. Одноэтажное здание, школа. Двор большой, футбольное поле. И баскетбольная площадка, да. Футбольная площадка, бейсбольная площадка. Мечетюшек нет, церквушечки одни. Да, одни церквушечки. Мечети нет. Церковь красивая. Сходишь? В церковь? Ну, я же всегда в церкви хожу, я там фотографирую. Я не знаю, это не нарушает. А он, кстати, почту проехали. Влево поехать. Да, мы едем. А, это магазин. Местный супермаркет, да? Яблоки нарисованы, стейки. Я как-то не так поехала. Да, ты поехала, как в селах ездила, да? Увидела это и поехала. Кстати, open, хочешь зайдем? Да, идем посмотрим, что там есть. Может, да. Что-нибудь купим. Так, по-моему, теперь сюда будем ездить, да? Ну, наверное. Highway 59. Ух ты, крест там какой. А чё крест там? Откуда я знаю? Верующие какие-то там живут. Там мы пожарку проехали. Красное здание, то пожарка. Выехали мы из Сант-Мало. Из Сант-Мало. Поедем обратно в Виннипег. Озеро не поедем смотреть? Озеро? А поехали озеро смотреть. А где озеро? Сейчас поедем озеро смотреть. Не знаете? На курорте жить будем. Turn left on highway 59. Сейчас поедем озеро смотреть. Куда ехать-то? А сейчас. Сейчас найдем. Решили мы поехать. Дядя какой-то идет. Дядю давить не будем. Нам помахал. Вау, смотрите, речка какая красивая. Речка красивая. Едем мы на озеро. Смотри, насколько я понимаю, это речка. Вот домики, это кемп? Кемп? Да, тут люди приезжают отдыхать. Вот такие. Вот, нет, тут люди живут, я думаю. Ты думаешь? Угу. Так жить нельзя. Ну, что, нормально, вон, смотри. Такой дом с мезонином. Гаражами двумя. In 300 meters, you will arrive at your destination. Через 300 метров приедем, да. Это вот домик, это кемпинг, я тебе вот говорю. Вот это кемпинг, да. А это вот провинциальный парк. Провинциальный парк, Сант-Мало. Вот это какая-то площадка для чего-то. А вот тут, я так понял, наверное, заезжают, надо платить. Но так как никого нет. Клозет написано. А, да, тут, наверное, за въезд деньги берут, да? Наверное. Походу, да. Поехали отсюда. А чё? А чё тут сразу поехали отсюда? Давай остановимся и пойдем посмотрим этот. Водопад мы хотели посмотреть. А чё ты разворачиваешься, зайчик? Где ты хочешь, чтобы я остановилась? Тут парковки нигде нет. Вон. Вот. Куда? Горе-горюшка. Прямо нам туда, налево и прямо. Вот через двойную сплошную. Хулиган. Head southwest on De La Grote Avenue toward 2nd Street, then turn right onto 2nd Street. In 150 meters, you will arrive at your destination. Пермит. Ну, у нас есть пермит местный. Вообще коронавирус у всех. Вот сюда направо поворачивай.
Смотри, как красиво люди живут, видишь? С мостиком. Или тут люди не живут? Тут люди не живут. Тут люди не живут. Сейчас пойдем озеро смотреть. Написано машинкам, которые можно тут стоять. Надо вот такую вот бумажечку иметь. Мы потом себе обязательно такую бумажечку получим, как местные жители. Или просто как вход в провиншал парк. Ладно, пойдем посмотрим сейчас. Рассказывай, Олюшка, куда мы идем? Мы идем посмотреть водопадик. Водопадик. Это озеро Сан-Мало. Да, там совсем водопадик, там плотина где-то есть. Вот это мостик через ручеёк. Аккуратненько, тут мокренько. Мокренько тут. Да. А я читаю внизу на этом сам, думаю, что слова не понимаю. Там на французском. А наверху написано, что тут как плавать. Правила по плаванию. Вот деревья красивые. Мы вообще вышли. Сейчас коронавирус. Я не знаю, вообще оно открыто сейчас все. Все ну, эти... закрыто, ты же видел, там шлагбаум стоит. Да. Туда машины не заезжают. Все увеселительное закрыто. Да. Поэтому мы... одним глазом. Угу. С другой стороны, я думаю, что если не откроется этот пляж, то мы здесь сможем рыбу ловить. Ну, в смысле, что рыбы будет много.